Это пятерочка на улице Тургенева, недалеко от универмага. Господи, стадиона Ленина, извиняюсь. Недалеко от стадиона Ленина. Я вот заходил сегодня. Мне такая морковь нравится по 25 рублей. Но надо потоньше выбирать. Свеклу нормальную. Еще мне тут что сегодня понравилось. Я купил сырку. Так, что еще? Вот, смотрите. Тильзитер 539. Ну, нормальная цена, в общем. 539, да? Ну вот масло 95 тоже, в принципе, я считаю, неплохое. И знаете, что меня еще вот сегодня порадовало? Вот эти штуки мне очень нравятся. Они без соли и без масла. Арахис 200 грамм стоит 89 рублей. Без соли, без масла, прям диетический продукт. Вот они поджаренные, но такие хорошенькие. Я давно их не видел, вот обрадовался, что они опять продаются. Ну вот, собственно, и все насчет пятерочки. Контрольные весы на входе, хорошо. И они работают, кстати. Выходим на улицу Тургенева. Там у нас торговый центр Водолей, Атолл дальше. Вот в этом доме был индивидуальный пошив в советское время. Это магазин «Старт» спортивный. Старинные дома. Вот остановка стадион Ленина. Жилой дом. В советское время здесь какой-то в пристройке был барчик типа. Я даже заходил сюда в 80-е годы в конце. Один раз. Танюхой Дудиной зашли мы, посидели и ушли. Ты ж пить-то я не пил. В общем, еще осталось из советских времен. Парикмахерская Елена, посмотрите. Вот даже вывеска такая оригинальная. Вот я тут стригся еще ребенком в школе. Помню, под канатку спереди подлиннее, сзади покороче. Вот небольшое такое наблюдение. Сейчас еще покажу площадь Жукова. Погодка такая уже, около нуля. Может быть, чуть пониже. Ну, такое ощущение оттепели. Лужи. Это, наверное, из-за соли лужи. Ну, ничего, нормально. Хорошая такая погодка орловская, предновогодняя. Не особо холодно, не особо сыро. Мягенькая такая зимушка. И тут вот пекарня любимая, магазин «Стройстарт». Хозяйственные товары. Хороший, кстати, магазин. Вот наша площадь Жукова. Бергамот ресторан. Стадион Ленина. Вход. Тут светофор установили. Мне, конечно, жаль, что здесь убрали ярмарку выходного дня. Это улица Лескова, это Тургенева, остановка. Стадион Ленина. Да, светофор такой. Пока горит. Смотрите, новиночка, новость какая. Вот это, по-моему, ЖК «Крылья», дом построили, уже покрасили. Видите, раньше не было этого дома. Сейчас он есть. Это, так сказать, из новостей. Так, давайте подойдем к памятнику Жукову. Какие здесь цветы красивые летом росли. Яблони. По-моему, это не холодно, нормально так вышел прогуляться.
Иду в светофор на веселый. Там вместо маяка светофор открылся. Посмотреть, что там и как. Не знаю, может, фиников куплю. Там финики килограмм 83 рубля. Хорошие, мелкие, правда, но хорошие. А я не люблю крупные, а то там сиропом напитают. А финик, он как бы должен быть натурального вкуса. Так. Маршал, четырежды герой Советского Союза. Жуков Георгий Константинович. Поэтому и площадь называется площадь Жукова. Вот дом построили там. Это знаете, где дом? За озером Веселое. Вот такой небольшой ролик. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий Зарла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Магазин «Стройстарт». А в советское время здесь был магазин «Старт». И вот еще флигелек, это от них, там тоже стройматериалы. Хорошая организация. Много чего можно купить. До новых встреч!